Какие техники самогипноза эффективны для личностного роста? Обучаю вас самогипнозу. Смотрите, как это легко делается. В чем особенность? Смотрите, наше сознание, оно современное. А наше тело со всеми клетками, оно имеет еще параспособности самовосстановлению. Сознание мешает, потому что если тело начнет самовосстанавливаться, то зачем сознание? И человек может самогипнотизировать себя и сам вводить самогипноз. Каким образом это делается? Несложно. Необходимо сказать, моя голова отдельно, а мое тело отдельно. И после этого сесть и сказать себе, я не могу пошевелить левой ногой, правой ногой, левой рукой, правой рукой, телом. После этого сказать, мое сознание само по себе, а тело само по себе. Дальше провести влияние или провести внушение, суггестию, сказать, пусть после того, когда я досчитаю до 100, мое тело самовосстановится и позвоночник перестанет болеть. Пусть там нога перестанет болеть, сустав восстановится, там, пусть во время того, когда я буду считать, или когда я буду произведу 100 вдохов и выдохов, там у меня перестанет болеть живот, или я помолодею, какую-нибудь программу поставить. После этого перед телевизором сидите и делайте так, не шевелитесь и произносите раз, два, и чувствуете или не чувствуете, уже не важно. После того, когда, главное, не шевелитесь. После того, когда 100 раз посчитали, можете шевелиться, это самый мощный метод. Второй метод, который мы упускаем и который прямо очень советую делать, это метод, который мы можем делать перед сном. Ложитесь перед сном, не шевелитесь и говорите, мое сознание отдельно, а тело отдельно, но мое тело подчиняется сознанию. И после этого говорите, когда я засну, все мое тело перейдет в состояние гипноза или гипнотического влияния, где я ставлю программу, где каждая клетка моего организма во время моего сна самовосстанавливается, где восстанавливается печень в случае, если болит, или исчезает боль с правой стороны, где почки начинают правильно работать, костная система восстанавливается, где я становлюсь моложе, там мой организм начинает самовосстанавливаться, мозги самовосстанавливаются, сетчатка самовосстанавливается. Как только я перейду ко сну, моя программа начнет сполна и сильно работать. И когда я засну, она начнет работать. А когда я проснусь, то встану здоровой, веселой, перестану чувствовать боль и восстановлюсь. После этого, там, не включая телефон и не ковыряясь в телефоне, ложитесь направо или налево все равно и спите. Это мега мощно. Многие люди просто не понимают, насколько это колоссально и мощно работает. Это мега мощно. Пользуйтесь на здоровье. Зачем ходите слушать курсы? Не надо ждать, чтобы вас никто никуда вводил. Если вы вводите сами себя, то не бойтесь, что вы не выйдете из этого всего. Почему? Если человек не выходит из гипноза, он переходит в сон, потому что транс всегда переходит в сон. И после этого высыпается. Вот и конец. А вот и сказки молодые.